Здравствуйте, зрители и подписчики моего YouTube-канала. Это видео будет о древнем кургане в Хакасии. Когда-то очень давно я сделал видео о тагарской культуре. По-моему, это тоже она там каким-то краем, там, Минусинский бассейн. По-моему, она тоже зацепляет эту Хакасию. Я не уверен, говорю по памяти. Но еще я сделал еще одно видео тоже об этой тагарской культуре. И эти курганы, они, если мне память не изменяет, конца бронзового, начала железного века. Такие иногда циклопические сооружения, по крайней мере, гигантские каменные блоки, делались в такой виде пирамидальной такой вот структуры. Насыпалась туда земля, ну делали круг, насыпалась земля, иногда там с камнями, иногда без. Внутри делали либо каменные, либо бревенчатый такой вот. Это я уже сравниваю со скифскими курганами, которые есть на территории Украины, которые есть на территории Кубани, там Волга, ну, река Днепр, разумеется, Днестр, Дон. И еще эти подобные курганы есть, по-моему, в Анатолии. Я могу ошибаться. Но тоже вот, может, они не скифские, может, они этой до скифов там были кемерийские курганы. Но тоже имеют вот некоторые такие сходства. Ну, более подробно об этом кургане в Хакасии вы увидите дальше видео. Я покажу его координаты, всю доступную информацию, которую я смогу найти, и фото оттуда. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thanks for everyone people who helps for my YouTube channel. Thanks for everyone who helps for my YouTube channel. Thank you for watching this video.